Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня последний день пасхальной недели, воскресенье. И я хочу вам показать, пока еще эта неделя не кончилась, какие пасхальные подарки мне подарили. Конечно, у моих дружек, у моих подписчиц уже есть такая возможность уехать на дачу, посадить, посеять или как-то прибраться, что-то повесить. Я, к сожалению, на дачу еще пока поехать не могу в силу разных обстоятельств, в том числе у меня в доме идет капитальный ремонт, да и на даче у нас еще в таких теневых местах лежит снег. Эту чудную кормушку для птиц сделал мой бывший муж своими руками. И мне это очень приятно. И вот мне подарили такой чудесненький самоварчик, очень красивый, расписанный тоже вот в такой жестовской манере. Все подарки для дачи, и у нас постоянные гости на даче. Подарили вот набор ложек и подарили кружку. А подносы, как я уже говорила, я сама купила на блошином рынке. Ну вот это мои подарки пасхальные. Будем ждать дачного сезона, когда он начнется для меня. До свидания, дорогие друзья. И побольше вам радости, счастья, исполнения желаний. Самых-самых заветных. Чтобы у вас все удавалось. И чтобы на даче у вас был прекрасный сад. До свидания.